Одноразовые мангалы предложили запретить. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой рассмотреть возможность ограничить производство и продажу одноразовых мангалов, сообщает РИА Новости. В своем письме Милонов указал, что за лето россияне покупают столько одноразовых жаровин, что могли бы на эти деньги приобрести одну качественную и многоразовую. Он отметил, что недорогие мангалы загрязняют окружающую среду. После каждых выходных или праздников мы все наблюдаем странную картину. Близлежащие островки природы вблизи городов напоминают склады вторчермета и завалены ржавыми гниющими дешевыми мангалами. Из-за безответственного отношения производителей мангалов и из-за низкой экологической культуры части сограждан мы фактически убиваем природу вблизи городов, говорится в документе. По мнению депутата, такая ограничительная мера позволит повысить экологическое самосознание населения и улучшить экологическую ситуацию в стране. В разговоре с «Комсомольской правдой» Милонов уточнил, что в настоящее время сознание наших граждан пока не позволяет им приобретать одноразовые мангалы и разумно их использовать. Купив этот одноразовый мангал, нажравшись пиваса, отдыхающие оставляют его прямо на берегу реки, озера, в лесу. Посмотрите, в местах массового скопления людей с пониженной социальной ответственностью валяется куча этих мангалов. Паспорт при их покупке не спросишь, да там и не написано «свинья, человек» или «нормальный», добавил он. В середине апреля спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что на ликвидацию экологического ущерба от свалок по всей России требуется 1 000 000 000 рублей. Столько суммарно было выделено из федерального бюджета в 2018 году на образование и здравоохранение. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.